Yani sol Opel'den çıkan yerlerinizi görsete alasız ko. Yani köprünün aslında yığılan yerinizi görsete alasız ko. Sosun köprüden kaç olmuşsunuz der? 4 evimiz. Подозреваемый в разбойном нападении, шокированный внезапным задержанием, еле слышно рассказывает подробности ночной драмы. Хотя всего сутки назад, приставив нож к шее молодой девушки, он хладнокровно требовал отдать деньги и ценности. Ахшан Хаджидалмдар? Я уважаю, блин, но их волнительным больше. Ущергима? Сен Хаджихталм Сугур? В дежурную часть УВД Туркестана поступило сообщение, что неизвестные лица, вооруженные пистолетом, обрезом и ножами, совершили разбой в доме по улице Хандаулетты. В результате разбойного нападения они похитили 12,5 миллиона тенге, золотые украшения, угрожая физической расправой семье. Полицейские объявили план перехват, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро местных жителей и неоднократно судимый житель Кызылординской области, организовавший преступление. Группа готовилась к данному преступлению очень тщательно, они запланировали это преступление. Один из подозреваемых знал, что хозяин дома занимается частным предпринимательством и, возможно, в его доме хранится большая сумма денег. В качестве вещественных доказательств у подозреваемых лиц изъяты золотые украшения, принадлежащие потерпевшим, и 2 миллиона тенге. В отношении всех подозреваемых лиц заведено уголовное дело по статье 179 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это разбой. Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений. Все они арестованы. Ведется следствие.